Господин Угдарачан, от имени всех почитателей вашего высокого искусства мы поздравляем вас искренне с этой прекрасной выставкой в стенах самого лучшего вуза Украины. Я здесь когда-то учился. Скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать высокие спортивные достижения и прекрасное проникновение в мир искусства? Главное желание и толкать возможности и свои способности. Как много времени вы уделяете именно живописи? Очень много времени заниматься все, не только живописи, с детьми и преподаванием в тхэквондо, и сам тренируюсь, поддерживаю свою форму, поэтому очень много. Надо успевать все, как мой профессор сказал, что одной жизни мало для живописи. Но, к сожалению, мы живем только в одной жизни. Но, тем не менее, вам много удается. Вы стали недавно вице-чемпионом мира среди вашего ветеранов. И на поприще живописи достигли, я вижу, много новых успехов. Ровно два года тому назад мы снимали вашу же персональную выставку, которая была посвящена и Украине, и Камбодже. Что за это время родилось? Какие картины? К сожалению, где-то одну или две, но еще не я должен завершать скоро, потому что время у меня, как только что говорил, не хватает. Я очень много занимался чемпионатами, тренировками. Скажите, а в чем особенность вот этой выставки? Особенность, что, как вам объяснять, я даже не... Это снова Камбоджа с украинским лицом или Украина с камбоджийским лицом? И то, и другое. Я не могу разделить между Украиной и Камбоджей, потому что я тут уже давно живу, и имею семью, ведь работа, друзей, поэтому это либо кхмерская украинская, либо украинская кхмерская. Приближается Новый год. Что вы пожелаете почитателям вашего таланта? Пожелаем мир над головой, и чтобы достаток, и здоровье. Ну а мы, в свою очередь, от имени почитателей вашего таланта и ваших спортивных достижений, вам тоже искренне желаем новых побед. Спасибо. И в мире спорта, и в мире высокого и прекрасного. Спасибо. Искренне уважаем вас, искренне вас любим и будем в дальнейшем следить за вашим творчеством. Спасибо большое. Сьогодні у нас особлива подія, оскільки ми вперше експонуємо картини відомої людини, відомої і своєю історією, і своїми досягненнями, і своїми полотнами, роботами. Це картини Угдарачана, відомого українського художника і всесвітнього художника, оскільки говорити, що він лише український, ми не можемо, але ми пишаємося тим, що він має приналежність і до України. І у нас представлений унікальний українсько-камбоджійський мікс, оскільки ви переглядали роботи і бачили, що вони мають тематику камбоджійську і тематику українську. Зокрема, нас приємно вразила картина, на якій зображений Тарас Григорович Шевченко, картини наших землячок, чудових українок. Я так розумію, Дарачан уже надихнувся, перебуваючи на Україні, на написання цих полотен. У будь-якому випадку ми всі безмежно вам вдячні, оскільки ми вже два тижні милуємося цими роботами. І всі, хто проходить мимо, питають, хто художник. Я лише сьогодні вивісила інформацію нарешті перед відкриттям. Такого в наших стінах ще не було, і для нас це велика честь. Ми вам безмежно вдячні за те, що ви долучилися до переліку тих художників, які виставили в нас свої полотна, а ви всі до переліку наших гостей.
спасибо за Рогаю Чайну, за это, знаете, успешно. И я жил 2 года в Камбодже, и природа это похожа. И я вам, мой совет всем вам, это посетить Камбодже, посетить Ангкор. Как я сказал, камбоджский флаг это не единственный флаг в мире с здания на флаге, это Ангкор Ват, три башни. И есть миллион туристов каждый год, это очень, очень красивый место, очень душевный место. Я думаю, что наш чан успел capture that. Спасибо. О замечательном человеке Дара Чаанкунхи можно много говорить. Это действительно замечательный человек, творческий человек, который в наше тяжелое время находит в себе силы участвовать во многих международных проектах, вести такую бурную деятельность, как политическую объединение камбоджийского и украинского народа, так и спортивную деятельность. Как выступающий спортсмен, все мы отслеживаем его соревнования, участие в соревнованиях. Передает свои навыки, умения детям украинским. Также успевает все-таки работать как художник уже не одно десятилетие. Замечательные работы, которые я очень люблю, которые показывают серия камбоджийских работ, серия украинских. Чудесные женщины, которых он отображает, раскрывают в этих картинах чудесные страны, как Камбоджа. Это действительно чудо, а не страна. Ну и объединяет наши народы Камбоджи и Украины. Как говорят испанцы, «El pueblo unido jamás será vencido». Пока мы едины, мы не победим. Творческих успехов моему другу, крепкого здоровья и любви. Наш художник входит в сообщество к нам, Катисар, потому что это содружество ветеранов моряков. На Украине тоже есть моряки, и флот будет, и территория есть. Но творчество нашего друга изумительно тем, что он открывает перед украинцами, и не только, а те гости, которые находятся в нас здесь, мир страны, где была его мама, папа, где он родился, и традиции, я неоднократно, была у меня возможность посмотреть, как он не просто рисует картины, он чемпион в Европе, самый, заняли первое место в коллективном сообществе по тэквондо, да, он принес в этом году первое место в мире, это что мало, это имидж страны, который все любят, и мы будем стараться, чтобы и дети любили здесь, которые нас находятся в таком прекрасном месте. Мы пожелаем нашему художнику вдохновения, чтобы его работы были всегда, чтобы мы их видели и всегда рады, тем более, что в таком красивом месте, находясь, где дети выучатся, они увидят, перенесут. Но самое важное, что я очень хотел бы сказать еще, ну, для меня важно, потому что как бы культура страны его, значит, это еще те блюда, которые, это весь интернет, мир знает, как он может так приготовить, может быть, сам, или кого-то дочку попросит, ну, вы знаете, остальные рестораны отдыхают. В таком случае, это тоже часть его культуры, которую он передает нам, украинцам, друзьям, своим детям, друзьям, которые есть у детей, у сына и дочки есть друзья, которые тоже по крупинке впитывают ту культуру и то сакральное, то, что передано от его дедушка, бабушка, папа и мама. Храни Господь такого нашего друга, и пусть у него всегда будет в этом мире удача. С уважением, Василий Ливецкий, Александр Петрович. Вы знаете, с этим замечательным человеком нас подружило искусство. Мы не только друзья формально, там, знаете, на Фейсбуке у меня 5000 друзей, уже просится 6-я, 7-я, это не актуально. Я с колоссальным интересом был на первой выставке господина Угара Чаана, которая называлась «Украина очима камбоджийского художника». Это было тут рядом тоже, и очень была резонансная выставка. Я сделал эту программу, она имела очень колоссальный просмотр, и благодаря этой программе я знаю, что многие люди потом удивлялись, как Украина
может сохранить талант человека, который родился вообще на другом полушарии, приехал из другой страны по стечению обстоятельств, нашел здесь свою семью, имеет здесь прекрасную работу, является гордостью и славой нашего спорта. Но вот я записывал сегодня с ним интервью и спросил господину Угарачан, прошло практически 2 года с того времени, сколько вы успели нарисовать картин? Он замялся на секунду и сказал, немного, потому что много труда и здоровья и жизни забирает спорт. Но тем не менее, на этой выставке есть его новые картины, которые расширяют его частотный диапазон, показывают его как многогранную личность. И объективно говоря, мне приятно, что действительно вот этот человек под флагом страны, которого мы стоим, является славой, гордостью и достоинством нашей страны. Я искренне жму вам руку и будем всегда вам помогать. По линии Союза художников и по линии Союза художников. Вы молодец. Мне очень приятно, что мой друг Горачан пригласил меня сегодня на свою выставку, тем более, что я сам заканчивал это учебное заведение. Мне очень приятно тут быть. Правильно говорят, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Горачан не только прекрасный художник, он еще и великий спортсмен, который прославляет Украину. Он и руководитель областной федерации тхэквондо, большой человек нашей федерации. Я желаю ему больших творческих успехов. Хочу пожелать, чтобы он почаще был у себя на родине. Буду стараться. Где будет черпать свои силы и энергию и радовать, я думаю, в дальнейшем нашими своими картинами.